Всем привет, это я немножко снял внутри такс-коллектор, ну это типа нашего, я не знаю, ГАИ и всего-всего, в общем там можно делать, значит, права, таксы сдавать, в общем, идентификационные карты, ну, очень многие вопросы они обслуживают, и меня удивило, что в офисе вот такая вот, значит, новая на стиле эмблема Orlando United. Вот удивительно, что в таких государственных учреждениях вот такие вот радужные гетчаскины знаки нарисованы. Это самый центр города. Вот, конечно, у нас такое невозможно представить, но плюс еще это усилилась такая вот, скажем, пропаганда именно... Ой, против движения едет, что-то случилось. Именно после теракта годовой давности, когда в их клубе расстреляли 49 человек. Вот эта пожарка, она прежде всего приезжает. Вот там, наверное, что-то случилось. Наверное, женщине вон плохо. А вокруг нее полисмены на велосипедах. Они по центру, собственно, и мотаются на великах. Ну, понятное дело, так проще. Вот за пожаркой должна приехать скорая. Такая вот блестючая машина, чистючая. А вызов вот этих служб очень дорогой. Можно попасть, я слышал истории, на 10 тысяч люди попадают, на 5. И, в общем, не дай боже. И, конечно, поэтому... Вот, наверное, сейчас скорая приедет. Да, вот она и скорая. Вот, но... Поэтому люди едут в больницу сами, конечно, своим путем. Вот, пожарники именно оказывают первую помощь. А потом уже скорая. То есть скорая, они исключительно как... Ну, как бы серьезная, скажем так, медицинская помощь. Первая медицинская все-таки лежит на пожарниках. Вот автобус там белый, это городские автобусы, они разноцветные. И здесь по центру они бесплатно вообще ездят. Но женщина стоит, поэтому не думаю, что все так печально. Полисмены. Вот эти полисмены на великах, они еще... А нет, на великах это другие ездят, которые отвечают за парковки. Если парковка не проплачена, то они... А, вот лежанка. Они штрафуют. С компьютером. Пневматика на ней, офигеть.